Терновка, Мадрид, Аргеев – это география матчей «Шерифа». В субботу нашей команде предстоит выездной матч с «Милсами». Сейчас команда из Аргеева лидирует в чемпионате Молдавии. И об игре с лидером думал тренер «Шерифа» после победы над «Реалом». Давайте мы сейчас, надо сыграть 2 числа с «Милсами». А потом уже будет пауза, будем думать, что дальше. Матч с «Милсами» в субботу. Пока нет точной информации, сколько зрителей пустят на стадион. По предварительным данным, его разрешат заполнить наполовину. Аргеевские болельщики уже выясняют, как можно попасть на матч и увидеть команду-сенсацию Лиги чемпионов. Месяц назад «Шериф» играл в Бельцах сразу после выхода в групповой этап Лиги чемпионов. И тогда на стадионе собралось 5000 болельщиков, что большая редкость для чемпионата Молдавии. Они поаплодировали тираспольской команде перед началом матча. Кто-то из российских комментаторов написал в этом же ключе, что теперь «Шерифу» надо хорошо сыграть 2 матча с «Интером» и выставлять на «Реал» уже дубль, потому что надо догонять в чемпионате. А то нашим сейчас, ну, Вернидубову придется поработать, потому что, ну, победители «Реала» теперь выйдут на «Милсами», чтобы не было в голове вот этого, кто вы такие, да? Да, и главное не подсесть физически к тем матчам. Да, это само собой. Благодаря Лиге чемпионов у «Шерифа» уникальный календарь. Между 2 матчами с миланским «Интером» ему предстоит игра с командой «Саксон» из Чедерлунги. Она выступает в дивизионе «Б» чемпионата Молдавии. Игра пройдет в Тирасполе в рамках Кубка.